Та-дам! Скоро будет Christmas вайб в школе. Видите, как она красиво нарисовала наши руки и heart to heart. Это официально Sin & Susan теперь. Покажи если фотку. Что? Сейчас покажу. Если что, я специально ее руку увеличила. Я поначалу... То есть, вначале я думала нарисовать парня и девушку. Вот, только что вот Sin & фотка у нас. Угу. Классно. Thank you. Всем привет! Сегодня у нас новогодний влог. С вами Жамиля, я и Жанна. Всем привет, с вами Жа. Смотрите, я вчера показываю эту елку. Вот сейчас ее оформили вот так. Это я Жанна. Украш. О, спасибо. Это подписчик уже. Да, это подписчик. Подписчик Новый год. А потом еще будет влог с тайным солнцем. Это секрет, это я вам скажу. Все будет начало. А на самом деле мы идем на обед. Я это. Мен бүгін кешіктіруге аман-есен шыққандарына кішкентай сыйлық дайындап отырмын. Қазір шкафшықтарына қоямыз. Давайте шкафшықтарына қоямыз. Вот. А я же покажу, что тебе тайный Санта оставил. Джинджер, кусти. Это мой шкафчик. Я открываю. А утром лежала Милка. Я была в шоке. Больше цехапливает. Джинная Лони. Это сын? Жена Хими Данкилем. Аж порай. И смотрите, что он мне оставил. Три. Это же Орео, да? Это же Орео. Химия, Сочи, удачи. Happy New Year. From school Santa. Вау! Тук-тук-диватор. Вот это шкафчик Ару, да, Айжаном? А нет, это шкафчик Айжаном. Это розочки, которые нам всем подарили. Когда-то тоже кто-то так оставил. Это шкафчик Ару. Только до Лостар. До Стар. Мен тайна Санта, мен шкафында қалай ашатын білмейм. Мен оны қараңдар. Қандай күшті кілтпен кілтек бөтем, мен оны сүйе көрінде ма, мынандай красавчик басы шоколад кілтпен. Мен сондай кілтек бөтем, осында да ашат. Тайны просто, тайны всего. Тайны. Да. Шкафтарын мағы ашып қанда ренжейді деп антенем. Несіне ренжейді? Это шкафчик Тамирис. Тамирис. Вот у него новый шарф. Мы скоро сделаем новый обзор на новый шарф Тамирис. И вот здесь тоже вот этот букет. Это мой шкаф. И вот мой букет. Давай your reaction. Вот у меня тоже. Сердечки, капец, так аккуратно еще. Да. Это бензин, короче, держишь. Органик компаунд. Как бензин не местный, без бензин. Покупкен бензин. Мен химик емес, пенсандықтан ондайларды білмеем. Всем привет, у нас сегодня влогмас, второй день. Вчера я особо ничего не снимала, но вчера был очень классный день, более расслабленный, чем сегодня, потому что вчера не было никаких экзаменов в Сочи, и мы просто ходили по школе. Сидели в кабинетах, убегали от учителей, вот. А сегодня мы писали Сочи по химии, это было очень напряженно, и... По сути, мне нужно писать еще некоторые ссоры, но я хочу... Да, вообще ссоры. И у нас сегодня у меня вот такие... Вот такой ободок. И вот такая шапочка. Шапочка Санты. И мы будем делать... Сами себе делать новогоднее настроение. Ну вот. Ну ладно. Будем сами себе делать новогоднее настроение, потому что его вообще у меня пока что нет из-за отсутствия снега. Вот. Я вчера подумала, что, оказывается, осталось всего 10 дней до Нового года. Прикиньте, всего 10 дней. А это вообще не чувствуется. Я думаю, что она будет давать. Что так активно обсуждать? Она химия Сочи ужасно будет. Всем привет, с вами Жа. Это смотрите. Смотрите, это...
Нет, нам будто оставил. Спасибо, чушка и киндер. Будто лучше. Пух. Все, что у тебя? Обзор шкафчика? На этот день. Обзор нового чушки. Обзор нового твоего шарфа сделать. Да. Всем привет. С вами опять обзор шарфа. Теперь у нас новый шарф от Tamiris. У него буквально такой двухпринтовый. Ой, клетка Лармен. Да, клетка Лармен. Теперь у него более такой бейзик, такой более нежный, нючу, такой бежевый, короче. Смотрите, он трехцветный. Это коричневый, это светло-коричневый. Все, давай. А почему? Ну ладно, короче. Вот смотрите, это трехцветный шарф. Он очень мягкий, такой длинный. Надо ресивичка Лармен. Можно одеть вот так. Будет коричневая, короче, тыльная сторона. Вот. А можно одеть наоборот, чтобы была бежевая тыльная сторона. Прости. Привет. Дуля, привет. Привет. Кто? Вот. И такой, короче, красивый, современный, модный, крутой. Это на тайну сант подарить? Нет, Чин из театра, чин из театра. Я, кстати, да, чин искал, Фауле искал, не знаю. Вот. Вот еще, смотрите, шапочка. Ой. Мне кажется, как этот мамби. Смотрите. Сколько я набрал сумму? Посмотрите, какие мы новогодние. Ой. У меня не лисок. Вот, короче. У меня тоже хвостик не лезет. А так я вообще как на Буратино похожа. Мне сказали, что мягко, чтобы опыт нормально. Очень приятно, когда так говорят, тем более учителя или работники школы. Не знаю. Прям тепло чувствуется, знаете. Мы идем в кантин, хотим купить что-то. Вот я надеюсь, что я объяснила нормально, что это влог Vlogmas, что это типа Christmas влог, и он опять-таки школьный. Я вообще хотела нормально начать этот влог дома, но у меня утром не было времени, я очень спешила, и вот, получается спонтанно опять, как всегда, это просто... Вот, пока что кантин пустой, тут готовят нам обед. Не знаю, останусь ли я на обед, но посмотрим. Мы всем привет. Все-таки идем на обед. Мы решили остаться. Вот сейчас будем кушать. Как ты думаешь, что у нас на обед? Мне кажется, будет гречка, рис. Не знаю. Я давно в школе не была. Это меня вообще уже. Прогульщица моя подруга, знаете? Я болела. Да. Хорошо. Она болела. Она не прогуливает, она болела. Вот у нас кантин. Кстати, у нас вторая смена. Аккуратно идем. Они готовятся к балу, который будет вроде завтра. Голову поднимай, спина прямая. На сегодня все закончилось. Мы идем домой, поэтому да, завтра. Смотрите, мы смотрим видеоархив. Это как мы играли в Тайного Санту в 2019 году, да? Когда мы были в 9 классе. Смотри. В общем, сегодняшними вашими ведущими будем мы. В общем... Давайте, хатра. Time, I wanna spend some time with you.
to us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Catch me darling, you can't catch me darling. Ең бастысы үміт дейді ол. Вот. Алдағы жылда сендерді бәріңізді тек бес күтсін. Бүкіл басталарында бәрі сәтті болсын. Және ең бастысы 12-ші класстар. Молодцы, аяқтан бір жарым. Бірақ енді университеттерге түсіп кеттіңдер. Ал, бәріне рахмет, дайте. Енді ортаға тағы да адайтып бөнді. Мен сені сүйемін, лавли, және де өте любовь композицияларымен ортаға жатмаңыз. Но самое главное, да, что мы будем праздновать, и тогда подарим, будет еще веселее. Да, подарим подарки, вот, сегодня все. Всем привет, это видео. Всем пока, Томик. Давайте я пока скучу. Пока. Что начало? Всем привет, после дискотеки. У меня вечер, утром вообще шикарные губы, у меня все тут как бы потекло. Ну ничего, это значит только что прошло. Все, мы учебно. Давай, быстрее, быстрее. А, ой, все было классно, все было хорошо. Джонасон Кутловолсон, Happy New Year. Музыка, да, можно было получше. Дед Мороз самый лучший Дед Мороз вообще в моей жизни. Вот за все 6 лет в школе самый лучший Дед Мороз. Желаю вам всем здоровья, в новом году удачи. Будьте счастливы, будьте здоровыми и всем пока.
Все, на этом блог, наверное, заканчивается. Можно что-то узнать. Все, пока.